своем первом релизе на CyberMax Digital Records 2016 года репресс альбома «Дисгармония» проект Angel of Good. Подписывайся на мой канал. Hey. Меня зовут Волхо. Подписывайся на мой канал. Сегодня я расскажу в очередной серии 152 о своем проекте Angel of Good. Альбома «Дисгармония». Первый репресс 2016 года. Стили авангард, Black Death Metal, эмбиент, можно сказать, да, вот, ты слышишь? Заглавную песню «Дисгармония», которая длится 29 минут. Вот так выглядит репресс первый мой. И, кстати, так, в целом виде этот альбом выходил еще на кассете, но об этом я расскажу в следующей серии. Кстати, подписывайся на мой канал Warhol Синтезаторы, ссылочка сейчас появится. Там я рассказываю о синтезаторах. Так, сейчас подписывайся на мой канал Warhol Обзоры и Отзывы. Там я рассказываю о технике устаревшей, но надежной бюджетной модели. Кстати, я сейчас снимаю на камеру Nikon L820, которая пишет качественный звук и снимает качественное видео. Вот. Об этом я тоже рассказываю, как я снимаю на Nikon и что я снимаю. Вот, там много интересных роликов, что можно снять, как обрабатывать, какие фото и видео получаются через фильтры, фото-видео-фильтры. Вот. Так. Сейчас появится ссылочка на мой канал Warhol. Подслушано, посмотрено, записано. Этот канал посвящен всему, что можно увидеть и можно записать. Есть телефонные звонки мошенников, которые звонили. Кассета должна это самое сюда всовываться. Забыл уже, что это такое. Вот, кстати, в 99-м или 8-м году кассеты продавались на, через диск России Шрекордс. Вот знак. Ну я там увидел живу. Вот и проект Джеравкаут. Этот альбом слабо пользовался спросом, в отличие от других моих альбомов этого проекта. Потому что авангард, Black Death Metal, эмбиент, как бы у нас в Харькове не очень, у нас Black Metal. Харьков — это столица Black Metal. Вот. Это все писалось на магнитофон. На магнитофон. Кожа у меня был магнитофон. Маяк. Маяк двухкассетный. Потом был маяк однокассетный. Я модель уже не помню. Вот. Это все писалось с кассеты, то есть с колонок. Микрофон стоял и с одного магнитофона, а другой потом дорожка опять перекладывалась. Короче, это все писалось кустарным способом в 93-м году еще, вот этот именно, вот этот самый, вот этот трек, да.
Вот. Дальше этот трек был, то есть этот альбом, я расскажу об этом, сейчас 152 серия, расскажу об этом 155 серии. Этот альбом был поделен, я его издал частично, 4 трека, сплит, с другим моим проектом, на Кульминес Рекордс и вот этот, три темы там было, да, первые три и четвертую, пятую я издал на своем лейбле CyberMax Digital, вот, 2018 году, по-моему, да, вот, отдельно, так что это, можно сказать, раритет, вот, то есть, в таком виде, в формате только есть Перопресс, который сейчас играет последняя копия, выставил сейчас на бесплатке, цена 250 гривен, вот, и первый репресс 2016 года Slim DVD, вот так он выглядит, вот офсетная печать, и там глянется толк, офсетная печать, вот, дорогое удовольствие скажу. Вот так я решил издать, да. Ну что, увидимся в следующей серии. Подписывайся на мой канал. Слушай Black Metal. Наконец-то наступила осень долгожданная и конец этому жаркому лету. Впереди зима. Сколько идей по Black Metal родится. Мне всегда зимой, блин, идеи рождаются. Ну не только. Бывает жизненный фактор, а в основном зимой мне вдохновение. Зима, ну снег, метель. Класс, можно сказать. Потеряла, сколько надо снимать видео, фото для видеоклипов, блин. Лето это так. Для девок, чтобы загорать, чтобы были сексуальные ножки, сиськи, письки, попки, так сказать. Вот. Все, пока-пока.